Абаканские водители возмущаются. На перекрестке Щетинкина-Ленина со стороны здания правительства из-за деревьев не видно светофора. Как там ездить? Начальник транспортного отдела мэрии Абакана Виталий Чусов заверил, подрезка деревьев идет в плановом режиме. Возможно, до этого участка спецавтобаза еще не дошла. В любом случае, в отделе пообещали взять этот вопрос на особый контроль. Абаканец спрашивает, нельзя ли установить больше банкоматов Сбербанка. Пресс-служба банка сообщила, в настоящий момент в абаканском отделении Сбербанка числится 91 банкомат. До конца года их число в городе увеличится до 108. Посетитель нашего сайта ctv7.ru спрашивает, когда будут облагораживать улицу Полевая? Там нет уличных фонарей и плохая дорога. Главный архитектор Абакана Светлана Крылова ответила, жителям улицы Полевой необходимо обратиться с письменным заявлением в администрацию города. Тогда их пожелания будут учтены при формировании бюджета следующего года.